Привет, меня зовут Даша, прихожу сегодня с работы. Смотрю, а в коридоре меня ждет книжная посылка с магазина Reader.ru. И сейчас я буду ее открывать и показывать, что же мне там такое пришло. Так, я теперь пополняю коллекцию своих книг Хагарда и... Посылка очень подгадала, потому что я как раз сейчас приняла решение перечитать всего, ну не всего, почти всего Хагарда. А тут мне судьба и подкинула. Итак, первая книга, которую я вижу, это такая, ну совсем маленькая книжка, называется «Чудовище». Она так называется, кстати, серия «Малая библиотека приключений», действительно малая. Вот, насколько я знаю, у этой книги есть продолжение, но ни в одном из интернет-книжных магазинов, а уж тем более в своем городе, я так и не смогла найти. Ну, это вступление. Того же автора. Хозяйка Блоссхолма, или Блоссхолма, поправь меня, если что. Борис Акунин, фото как Хоку, прошу прощения. Очень меня заинтересовало это произведение, не только потому, что я составляю полную библиотеку этого автора, одного из моих любимых, но и дело в том, что здесь очень много фотографий реальных людей, и они все описываются, и я очень люблю, так знаешь, посмотреть на фотографию, придумать себе целую историю человека, и потом так, ну, проверять себя, что, как я правильно угадала или нет. Вот эта книга, она предоставляет такую возможность, потому что все фотографии реальные, и история этих людей здесь описаны. И последнее, что я покажу, это тоже Хагард, собрание сочинений приключения в Америке и Южной Африке. Это набор книг, просто под одним циклом они идут и в эту книгу входят. «Дочь Монтесумы», «Сердце мира», «Дева солнца», «Ласточка» и «Бенита». Собственно, это все, что было в посылочке. Я тебе желаю, чтобы тебе все, чего ты хотела, тебе попадало в руки и радовало тебя. Всем пока!